Телерадиокомпания «Заречный» вновь будет раздавать подарки. На этот раз за самые оригинальные фотопризнания в любви к родному городу. В конкурсе «Я люблю Заречный» наступил этап голосования. Определить победителей предстоит самим горожанам. Мы закончили сбор фотографий, сбор материалов и запустили интернет-голосование. Первое из двух голосований. До 23 числа можно будет проголосовать. 23 числа оно будет остановлено. Проголосовать может всякий желающий двумя путями. Либо зарегистрироваться у нас на сайте, либо войти через свой аккаунт в соцсетях. И мы готовимся ко второму голосованию. Второе голосование – это народное голосование. Сейчас редакторы сидят, просматривают материал, ломают голову, отбирают по одной фотографии от каждого участника. И с этими фотографиями очень скоро кто-то из наших корреспондентов и операторов пойдет по улицам нашего города встречаться с горожанами и предлагать им голосовать, так сказать, на месте. Таким образом, зареченцы определят двух счастливчиков. Для каждого из них уже готовы призы. Это электрическая скороварка и палатка. Следить за ходом голосования можно на нашем сайте trkz.ru или в программе «Доброе утро, Заречный». Там же можно увидеть все фотографии, которые претендуют на победу.